Приветствую всех поклонников спорта номер один. Мы приглашаем вас в солнечную Астрахань на стадион Центральный, где сегодня в матче 24-го тура Мелбет первой лиги Волгарь принимает краснодарскую Кубань. Кубань, 60-летний белорусский специалист. Именно его команда с центра поля начала. Ну и давайте ознакомимся с составом играющих команд. Краснодарцы. Волгарь. Опасный момент может возникнуть. Удар по воротам! И рядом со штангой мяч пролетает. Максим Лаук этот удар наносил. Эффектный прыжок Олега Смирнова. Ну, как мне кажется, голкипер Волгаря ситуацию контролировал. Абдоков. Там есть слева партнер. Но Абдоков находит Щеткина. Щеткин и снова Олег Смирнов. Несмотря на то, что офсайд. Браво голкиперу Волгаря. Ну и вновь. Алексей Щеткин губит момент. Даже с учетом того, что мяч был бы не засчитан. Без нарушения остается мяч под контролем у Волгаря. Лесников. Удар по воротам. И Нестеренко из ближнего угла мяч выуживает. Ну вот и Нестеренко. Какой-то жест. Сильно краткие разыграть они с Гавриловичем. Гаврилович, пятка эффекта, остается стычку Ткачук, ближний угол. И снова Нестеренко. Снова Юрий Нестеренко. Вот. Сидоров уходит от Ведерникова. Передача в центр. Черпачок. Казимир Ромел, удар по воротам. И очередной опасный момент. И на этот раз это снова Щеткин. Да, это снова Алексей Щеткин. Сумасшедший момент вновь. Щеткин хорошо скидывает на Абдокова. Ну, там два защитника Волгаря вроде бы перекрыли обзор. Удар в дальний угол. И Нури Абдоков. Нури Абдоков продолжает свою потрясающую голевую серию. Пятый матч подряд забивает десятка Кубани. И девятый его гол в сезоне. Ну, вот так сработала эта статистика, про которую я упомянул. Восьмой мяч Кубани в первую 15-минутку второго тайма. Роман Локтионов сразу же здесь оперативно проводит. Оставляет Павлишину. Алексей Павлишин. Денис Ткачук. Он может и пробить. Он и бьет. Красиво! Перекладина! Прекрасный удар Дениса Ткачука. Но за гостей сыграла перекладина. Итак, Носов уступает место Гелезидинову. Желто-зеленый. Еще один навес. Серия из рикошетов. Удар по воротам. Штанга и гол. 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 Оказывается, мяч в воротах. Данил Липовой. Это второй мяч. Здесь Липовой. И из-под ноги Махатадзе он пробил. Мяч ударился в штангу и отлетел в сетку ворот Юрия Нестеренко. 1-1. Салага тут пошел в дриблинг совсем, когда не нужно. И Игорь Панин решил не дожидаться выхода футболистов Кубани. Несмотря на претензии игроков Волгаря, дает финальный свисток, который оглашает о том, что южное дерби между Волгарем и Кубанью завершается очень-очень боевой ничьей.